на территорию Авидиополя были совершены убийства. Дело состоит в том, чтобы на море отдохнули женщина со своими знакомыми двумя мужчинами. После них возникла ссора, и после этого утопили этих мужчин, этих женщин. После этого изнасиловали и закопали в песок. На следующий день они выкопали и порезали на живот, и достали все внутренности, чтобы невозможно было идентифицировать тело. Было возбуждено уголовное дело, проводились следственные оперативные мероприятия, установлены эти лица, и эти лица были задержаны. Оба жители города Черноморск и оба ранее судимы.